Сегодня мы с вами приготовим эти вкуснейшие полезные лепешечки с творогом и зеленью. Обязательно сохраняйте себе рецепт, готовьте и радуйте родных. Просеиваем муку, добавляем соль, сметану, соду, слегка перемешиваем, добавляем минеральную воду. Замешиваем мягкое эластичное тесто. Далее тесто убираем в пакет отдохнуть на 25-30 минут. Тем временем готовим начинку. Нарезаем много разной зелени, используйте любую по вашему вкусу. Добавляем творог, соль и все тщательно перемешиваем. Тесто раскатываем в круглый пласт. На половинку выкладываем начинку и накрываем второй частью. Плотно закрываем края. По желанию придаем форму. Отправляем в духовку до готовности примерно на 25 минут. Готовые лепешки смазываем топленым или сливочным маслом. Это очень вкусно, а главное полезно. Готовьте на радость!